митинга на площади республики, то есть на, сейчас выговорим, Анна Петутюн Гарапарак, как-то так. Хотел зайти в музей истории Армении, вот, и одновременно тут галерея искусств, но мне там посулили отсутствие кондиционеров или неполную работу. Я посчитал, что испытание жарой я уже проходил вчера, и поэтому, так сказать, в музей не зайду. Хотя кое-какие экспонаты, кое-какие экспозиции, вернее, я бы посмотрел бы, но что-то мокнуть потеть мне не особо хочется, поэтому я решил воздержаться. Много музеев я уже посетил, и поэтому займемся другими, более, так сказать, насущными, земными, так сказать, приземленными, я бы даже не побоялся этого слова, делами. Вот. Мне что-нибудь откушать тут и просто пройтись. Вот музей истории Армении трехэтажный там, но что-то там решила не рисковать лучше. Ладно, пошли по нашим насущным приземленным делам.